Сколько там слобику? 937. Ролл свой кидать. Топовый ролл. Ролл, да, приорный. За Альянс, за Кавказ написано на Митриусе. Чем мне приорный нужен? Заберу. Бегает на следующем году. С алкашными камнями бегает. А тебе вообще вот сюда смотреть не надо. Отвернись. Пояс алкашный, тапки перчатки Т5 алкаш, Ролл за вагу. Хуёвый ролл за вагу. Ролл антиваги. Неправда. Нормально. Антиваги. Антиваги. Слобик, короче говоря, не проёбывайся. Ты понимаешь намек, да? Не, он проебался и пропустил шанс забрать коня, да, по линии? Нет, просто пианист сказал, он не будет ему лут давать. Вот мы ему сегодня отдали и клятву, и коня. Короче, будешь проебываться, это плохо закончится. Ага, что, я в холика? Да, я в ДС зайду сейчас. Ну да. Холика, Толика, Анатолик. Фарадыч, вот тебе промоут. Ты проставишь метки. Можешь даже людей обозначить. Щиты. И кому не надо печеньку, Жужин, отдай. Я отошел, скажешь там. А нормально, что тут воин, охотник, шаман, а ты его хочешь с дролик? Или пусть так и будет. Какой воин, охотник, шаман? Ну, печенька. Следующая печенька. Разбойник, рыцарь смерти, маг, друид. И поставьте порт, чтобы я вывела ее отсюда. Чтобы без убийств. Ну ты пятерную цену за арку все же заплатил. За арку, с которой не выпал, четверную? Ну да. Все логично. Вообще-то, я ни разу не сдохла, я бэрила, и из-за меня ни разу никто не умер. Слушай, и тем не менее, никаких вайпов. Я стояла, ну, на самом деле, первое осквернение, я стояла в самом центре толпы. Если бы я начала бежать хоть куда-то, мы бы вайпнулись, потому что я бежала с толпой. Я осталась стоять, а люди вокруг меня разбегались. Это было самое, ну, единственное логичное, что я могла сделать. Что там про убитого лича в обычке? Убитый лич в обычке, закрытый проф, ну, квест, и... А, короче, мне осталось лича только убить. Можно проситься. Хотя, кстати, я не уверен. Если хочешь, можешь попробовать зайти. Говорят, и тебе пустят. А в десятки сойдет? А, нет, по-моему. Хотя там недавно вроде бы правила для доступа меняли. Так что я не уверен. Просто у меня в десятке убит. У меня фулл десятка закрыта, а в 25-ка нет. 25-ка у меня только 8 боссов закрыт. Буквально 2 минуты можете покурить. Пока Вага формирует рейд. Миш, чиркни мне в личку, в какую метку. Это, кто в курсе за сову, бислист в Т10 и в Т5 отличается, вот, кроме с комплекта? По статам одинаковый Т5 и Т10. А, значит, не отличается, да? Фарадыч! Ты не только метки ставишь, ты еще можешь распределить всех. Покажи класс, я в тебя верю. Че началось? Сколько хилов один?
Че, в 4 хила пробуем? Вы настолько? Идите в 2 нормально было. Так, япончик, кто подпиздывает, тот и ДЦ-шит. Кто-то ты так много любишь ДЦ. Угу, и подпиздывать. Обожаю. Фантазер. Кават, у тебя этот... на огонь есть запрос? Какие-то чарки? Конечно. Ну я это, первую потанчу ты там по воде, а вторую ты держи там полностью тогда. Ну если что скажешь, там если пружинок не будет. Я пистон не буду тогда одевать. А то водить за товары такое говно. Войт там Фарада на тебя обязанности свои спихивает. Чё он говорит? Войт, распредели. Хоть бы пожалуйста сказал, я не знаю. Чё за хамство? Чё началось-то? В смысле распредели? А, короче я говоря. Знаю. Хилов распределю, а дальше сами. Элбрил, звезда, Дейрдре, луна. Дейрдре присумонить. Мосса, трусы. Разойдите, шторм, кто бы вы видели. Где кто что, станет. Шторм, что? Я не услышал. Ты в печеньке. Хорошо. Розария, там где хочешь, там стоишь. Окей. Ты Моссу со шторами перепутал? В смысле? Рестер-друид оставит в ДЦ, у всех остальных по отдельности. Хорошо. Мосса тогда стоит в луне. А Розария становится в трусы. Расскажите мне, почему именно так? Почему ДЦ Сердру всегда ставит? А потому что ДЦ не хил. Ебануться. Обида. Почему именно Эрдру? Эрдру тоже не хил? А потому что протвар. Понял. Все логично пока. Пока что. Супердоступная вещь. Не, ну правда было интересно, какая тактическая вещь. Рче на АФК. Они друг друга дополняют просто. Что, Леша? Потому что соло-таргета у вас у обоих нету нормального. Долорес, а там ДД, кто там вообще? Ага. Дин, Мили или РДД? Кто хочет послакать на Джайне? А может без Байера убьем? А то, ну, нахрен. Редвар, короче, идет слакать. Мы берем Байер. Куда мост-то делся? А на какую шмотку Байер, кстати? На лед. А, понятно. Тебе нужен? Не-не-не. Он себе еще что-нибудь не закинет? Моса, прием, дискорд что-нибудь напиши хотя бы, куда-то делся. Че лапу-лапу присумуньте? Ну, отлично. Мосс с нами. Нужно больше ярости. Долорес, можешь ничего не объяснять. Пускай там тыкнет пару раз Джайну и уходит куда-нибудь вниз. Гладит ли? Чё, пускай первую фазу бьет на это, вторую сдохнет. Кнопку не прожмет, наверное. А, ну, кстати, да, может трэш-то побить. Тоже неплохо. Не, главное, чтобы он к третьей фазе сдох. До того момента. Все ДД стоят
где хотят. Смотрите, чтобы не было такого, что в одной метке мало народа, в другой много. Может, сейчас встанем быстренько просто? Можете, да, сейчас распределиться для наглядности. Разбегитесь, посмотрите. Сантей, тебя еще РСХМ ждет. В Долоране ты будешь не скоро. Ну что, вроде более-менее распределились. Где там байерша? Долорес. Марка сам же сделает, да? Кому надо, джип стоит. Что там, Долорес? Чудо будет? Ты же ей объяснил, что надо будет лутером взять себе эту хреновину и не пиздить другой лут. Информативно, я тебя понял. Ну, короче, тут все дома и отращивают. Сопрот меньше 25 минут лучше. Чёрт, лутки надо кинуть кому-то или просто забрать лед и лутки разберут. Забирают лед и отходят от сундука. Ауру от льда освободить. Вообще ауру на льди смотри. Спускаю босса. А рыба? Глуши. Вот тебе рыба. Убьёшься до первого купола, 1000 ИП начистил за джип. Да не убьем у нас байер. Если байер... Было лишь бы желание. Если байер 1500, давай. Да бля, я бы сейчас прыгнул с ней в дискорд отдельно и все бы ей рассказал. И она бы нормально все била. Да если хочешь, иди к ней. У тебя есть вся первая фаза. Без такого.
Я просто переживаю, что она в метке напрячет и вайп бьет на второй ляд. На кто по классу? ШП. Да пусть станет куда-нибудь в сторону просто и нормально. Дэвил, зайди с ней в дискорде, просто будь и все, и просто будешь за ней там смотреть и ей говорить, если что, отдельно. Да, смысл басыться в этой в метке и все, блин. Вон флот проносит, если что, ей надо будет выбежать, подсмотрит за ней и за собой. А если не выбежит, да, вот еще... Лишний дамаг на третьей фазе, второй не будет. Может, даже так упало убью. Шторм. Кто не вкуривает, фокус Джайно, и сами отслеживаем касты, и анонсов не будет больше. Нет такого количества народу, нет супрот. Ты у кого это нету? О чем ты, Миш? Ну хоть сокрушитель свечнитесь, убейте его, долго стоит. Идея для усложнения Джайны. Берешь 4 танка, каждый собирает по одному сокрушителю. И потом разом заливаем всех. На больше танк даже сужай на урона увеличивает. Это вариант того, как походу придумывали этих боссов ВОК. Медлин знает, что делает. А чё сразу на Эликс? Ну я только от него лучше видеть. Мага не достал. Джокер сдох на той стороне. Кладбон поднимает Джокера. Чем вообще? Он на той стороне. Поэтому до него ни один хил не доставал.
чувствовал себя танком с 27 стак. На кучне вы станете просто долго. Это все стоите. А штормсингеру закиньте и не рато, блин, сухой будет на второй фазе. Мазар правильно говорит, Лёха, иди бухай. Лёха, иди бухай. Пока я после баньки. Перерыв? Ты там в баньке, что ли, с телефоном сидишь? Кажется, это называется задрот. Это на улице в беседке. Смотрю, пока курю. Ну, сейчас насоветуют. Иди бухай. Ну, работаем, это же надо. У меня кнопочка не появилась. Ты улетел? Нет, я в духе пока хилю ставил. Жена, поднимай Элбрила. Что за хрень в холике-то навсегда появлялась? На всякий случай, ладно. Даже не шевельнул. Катают неприятные воспоминания с дыла. Же в огне разливаете, блядь. Ну, смешно. А хули там никого не было. Прям в одну точку. Да вы так размазали лужи эти? После коллапса мосу поднимешь Фарада. Вы давайте. Лапу прожми. БР есть еще нет? Кто в звезде метку разлил? Увидел кто-то? По видосу смогу тебе сказать. Есть у меня подозрение, что это был Жануэн. Так ли это? Все беды из-за слов. Я могу потом пересмотреть, сказать. Ладно, мы с Войдом потом посмотрим. Поначисляю там. Я напротив стоял. Там Джайна загораживала, хуй знает. Понял. Вот, там все видно прекрасно. У тебя метки показываются на этом. Там сразу станет понятно, кто. Фрост Ауру отдайте, шустренько. Скажите там, когда Геру таймер засек.
вышел. Пошли. СС на всякий случай по хилам дать. На мост поверь. Ёбаный ты в рот, блядь. А ты что ли не видно? Да, в другую сторону побежал. Там видно, как он по земле побежал. Натиск. Давай, Геро. Буря. Вот. Купол 10. Фуловая глыба. 5 секунд. Секунда, купол. Началось, блин. Вер, не ловите лаву. ГЦ. Не отвлекайтесь, сольется. Вы не заигрывайте. Ты чё? СС был? Да, уже встала, как дура. Не знаю, как Фир поймала, блядь, спиной стояла, даже не видела катализатора. Бля, не спасай. Куда вы так торопитесь-то? Да, вы чё, блин? Фух. Сучок быстрее. Что Лойда сейчас трешачок положит. Ой, вы не можете свои метки, блядь, дальше относить? Да раньше такое у Глэд. Ну да. Вот меня выберет. Урсаните метки, если получится. Рейндж на метках. Нать. Им на хп на Эликса, да. Я уже отдала, не надо. Меточку разбивайте, пожалуйста. Не ловите.
Жунуэн, сундук не трогай. Вообще никто не трогает сундук. А, все что ли? К сундуку просто никто не подходит. Я пал смерти героя. Просто пал. Слушай, нормально. Три каста шипов, я почти фул глыбу слали, она вас нашла. Не, на самом деле, если бы не алый вихрь, скорее всего, тебе бы метки задохнулись просто. Ну я три подхиливал, а две конечно. 4 ты опять тоже дал. Шла опять эту силу вялого вихря, да? Ну, вообще, ребята, реально, вот метки вы выносите, вы загораживаете все, что можете загораживать. Вы ставите их максимально хуёво, вы мешаете хилить. Это то, там ауешка проходит сильно, и когда все вместе стоят. Но это не обязательно делать там, где стоит весь рейд. Ну, можно хотя бы в одну линию ставить, но... Масрез, да, это? Между... Нельзя еще щебой. Вот сейчас можно. За рейд ставишь? Ну, дальше можно выносить ближе к краю. Да, в одну линию, а не в одну кучу. Дел, тебе голд дали? А может, здесь... Все, может быть. Что упало там? Kill ship. Хитренько, скудошно. Да. Жунуэн, ты можешь ничего не ролить. Расслабься. Класс. А можно сначала дринку разролить, а потом жезл? Я ролю лут по порядку. Хитрые какие. Не, просто не знаю, какой я по привору. ГПГП через слэш набираешь? Видишь, да ну. Лут ролится по порядку, как он идет. 5 ГЦ. Так, где приз? Ага. На сегодня все. Фарада. И ВК. Два босса. Нажми что-нибудь, Фарадыч. Демикс, закиньте свои силки в ХП, посмотрим. Погнали, Джаред. А, и на костик еще сходим. Может, тренька упадет. Ребята, ДЦшки, надо треньку на манреген, а то кто вас будет хилить в ебучем оке? Пошли быстренько, ВК, два босса убьем и рассосемся. Вага, пойдем и ВК? Может быть. Да два босса там 5 минут. Два босса неинтересно, надо до конца идти. Я, кстати, нет, не может вам... до конца, если ты рейд соберешь, но мне просто тринька нужна, мановая. Я Нубрака не убивал на Сирусе. Я убивал. Ничего. Вроде. РТ еще не закончено. Да. Ну да, кстати, 20 минут еще. Сколько вагонов. А что, блин, у тебя маунта нету? Да я вообще не в рейде. Все есть. Джокер. Почему сегодня маунтов забирают люди, которые очень херово дохнут? Джокеру этот. Джокер мимо. В ОКХМ я его не вижу, поэтому Джокер мимо. Кто там следующий? Фарада. Фарада. Кто-нибудь помнит, чтобы он был в ОКХМ? Я не помню. Что за Фарада или?